Всем привет, с вами Станет 69 Фулл, это прохождение игры на Украде. В прошлой части мы закончили вот тут. Не помню, крутил я эту фигню или не крутил. Ой-ой-ой. А нам покрутим. Наверное, не крутил, раскрутится. И раз ничего не произошло до этого. Мы опять крутим до того момента. Она встанет на свое место, типа, и сработает эта фигня. Эх, сколько же еще крутить-то? Да уж. Я не думал, что так. Да, она была, короче, сделана, так что я ступил. Ну, пофигу. Как бы. Сейчас прилетит кирпичное это. Тут как бы пофигу за что хвататься. А тут теперь есть пар. Прыгай. Не хочет она прыгать что-то. Блин, Ларка. Ларка. Что за бред, а? Не прыгает теперь уж. С какого-то. Что ж с тобой? Мразь, а не Ларка. Неужели, блин? Хорошо, хоть пар не убивает. Он просто как бы сдувает вас. Что это было такое? Неужели? Ой, сразу на эту. Вот третья штука. Как бы она, кажется, последняя. Вот спускаться будет труднее. Но мы все-таки спустимся, я думаю. Так, отпускаем. Да уж. Получилось совсем не очень хорошо. Ну ладно. Это не проблема, как бы. Так. Ну, последний. Три света у нас есть. Как бы проверить-то? О! Такой вот способ. Опять, ё-моё, упал. Да ладно, ладно. Эх, попытаюсь теперь вообще не падать. Так, вот так, вот так, 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 так. Тут где-то сейв должен быть. А, хрен вам без сейвов проходите, типа. Эх. Пройдем без сейвов, что ж. Тут думать. Гак. Гак. Теперь вот с этой лесенки вниз. Вот, еще одна осталась перекладина. Ты чё? Все, мы спрыгнули. Как бы. Теперь можем. Что-то я не понял. Три света. Херли. Ты дверка не открываешься.
Я что-то не доставлял. Эх. Не помню уже. Так, все-таки попробуем покрутить эту фигню. Может, из-за нее. Уже не помню просто. Что ее надо крутить. Хрен его знает. Как бы. О, да. Четвертый луч. Мы видим, как открывается дверка. Так. Уже что-то хорошее. Теперь нам начинается глава, называется Вальхалла. Открытая новая запись в журнале. Ясненько. И мы видим, как Кларк сдвигает такие двери, которые в 50 раз, в 30 раз выше ее, и по размеру, и по всему подряд. Тут маленький лак такой. Ой, я что-то не то сделал. Нам же нужен мотодрюкер. Так, берем мотодрюкер и попробуем туда проехать. Ну, фонарик у мотоцикла можно отключить. Тут сейчас как бы будут такие комнаты. Прыгают. Ах, блюют они еще. Какие вы коварные, какие вы коварные. Сейчас будем их так давить. Так, вот. Так. Только, честно, я тут не помню, что делать. Что-то надо. Так, сейчас все найдем, я думаю. Или это второй тут еще будет? Когда фигня вторая. Как бы. Наверное, нам вторую нужно. Сейчас, тогда. Проедем, главное больше не застрять, как тогда. Нет, это я обратно приехал, а что-то тут. Не досмотрел. Теперь же, я думаю, не обратно. Нет, это новое. Так, мы его пробиваем. И это убиваем. Они убиваются от того, что мы их проезжаем по ним, типа. Так, я не помню, тут что ли секрет, что ли, один и все. Кажись, да. Да, наверное, значит нам не чуть-чуть не сюда. Как бы. Так. Что за бред, а? Что за бред? Так, прыгаем, и вот тут вот. Мы едем. Я не помню, только в какую сторону, тут вообще две. Как бы, какую из них ехать. Я вот такие вот положения не люблю, когда надо, например, идешь и пять сторон, куда можно идти. Так уж совсем жутко. Прямо на мужика. Так, мужиков мы чпокнули. И на этом я с вами прощаюсь. С вами был Санчес, до встречи.